Штурмовка, вершина мира. Так, давай начнем с чего-нибудь попроще. Хотя, нафиг он мне нужен. Ну ладно. Что-то опять дергается все. Ну вот вроде получится. И где здесь вершина мира? Вот это что ли? Так, сетап. Да. Несерьезно. Спрячемся от прямых лобовых атак куда-нибудь. Но эта девушка меня не очень страшит. Гори! Врезался. А, это не он врезался. Так, этому мне нужен камуфляж. Три самолета, по-моему, надо им сбить. Хотя, им всем нужен камуфляж был. Его надо было в последнюю очередь выпускать, он тут самый слабый. Ну чё, на бомбардировщика, что ли, на нем летит? Или вот на этот штурмовик, ну смешно же. Ладно, если сбоку вдруг получится. Как-нибудь добить. И вдруг у него уже батарейки кончились. Подожди, перезаряжусь. 4 секунды. Добью тебя. Сталкиваться мне с тобой не с руки. Ой. Мне, кстати, за тебя, может, больше дадут? Экипажи. В смысле, наклейки. Ну, в смысле, камуфляж. Бил! Красиво упал. Вот это я монстр. И шака покрутим. Так. Камуфляж мне все ближе и ближе. А вот чайка. У меня, правда, 4 пулемета. Ты живая, что ли? Эх, жаль, фрага мне не дали. Так, от этих монстров надо свалить. Спрятаться за горку.
А вот сейчас можно и... Да, конечно, тебя разве догонишь? Еще немного усилий, и победа в наших руках! Так, маленькие кошка. Где он? Эх, я уже не жилец. Ну так-то прикольно. Так, мне, кстати, этим нужны камуфляжи. Подождём, всем. Где наземочка? А, вон она. Наземку надо уничтожить. А то счёт где-то равный примерно. Куда она двигается? А, по дороге. А вон там ещё одна. Ещё одна группа. И вершина мира, да, вот это? Четыре по 250 фунтов бомбы, да, у меня? Да как я её сброшу? Она у меня и так сброшена. Во-первых, мы побеждаем, во-вторых, камуфляж мне тоже. А здесь я наземку. Так, мне, кстати, надо и эти самолеты сбивать, по-моему. Для камуфляжа, для этого самолета. Там что-то 4 вида камуфляжа аж. А такая интересная. А, вот наземка, да? Она мне нужна. Перезаряжаемся. На своей территории лучше. О, самолетик теперь, да. Камуфляжик все ближе и ближе. Так, вот тут раз, две наземки вижу. Здесь уже не вижу. Плохо видно ее на снегу. 21 секунда. Десять. Так, одна вон там на горе что-то делает. Промазал, что ли? А вот тут её сколько. Чёрт. Плохо я зашел. Еще одна бомба, давай. Может, я попаду хоть.
бойся на самолете. Отстреливайтесь, пацаны, отстреливайтесь. Да-да, молодцы. Хорошо. Горишь. Буффало. Так. Бафорт. У него, по-моему, тоже есть камуфляжи. Так, где мы последний раз видели наземку-то? И где всего то? Ну, там где-то возле базы. Здесь у меня бомбы тоже неплохие. По танкам. Нормально должны отработать. Вон она. Две штуки. Так, движок. Вырубим. Сейчас отсюда зайдем, если их не убьют. И все четыре бомбы. Нафиг кинем. Закрылки еще выпустим. Чтобы было удобнее. И последний удар будет за нами еще. Тоже неплохо. Так-то. А вот и я. Девочки. Одну только сбил, что ли? Вот мазила. Добейте уже кто-нибудь, останусь без последнего удара, чё теперь. Танк, я... Молодцы. Второе место. О, и куча наград. Боевой трофей 1000 серебра, уравнитель 1000 серебра, истребитель 1000 серебра, звезда, ну это так, британский пилот 100 серебра. Ну и неплохо тут в результате, 4 самолета, 4 наземки, нормально.